спасибо за поздравления. Во-первых, поздравляю всех наших болельщиков с такой, как бы я бы сказал, с яркой победой. Ребята все постарались на славу, поэтому в следующем матче к нам в гости едет Ужитпес, поэтому мы также будем настраиваться, как и на все игры. Настрой у нас только боевой и радовать наших болельщиков победе. А что касается игры, то я думаю, что у нас как бы все, что мы планировали тренерским штабом, мы все это выполнили. Поэтому, ну, как бы претензии к ребятам есть, но есть детали, которые нужно подправлять. А в основном, ну, ребята молодцы, показали себя с хорошей стороны, как бы при домашних болельщиках.